Всем привет! Рад доехать до вас, все-таки внести свою лепту в школу Learning Schools. Меня зовут Александр, фамилия Карлович, вот там вот вверху. И ссылка на мой сайт, где там контакты можно найти, если что. Но я думаю, что найти меня не проблема. Вот. И сегодня у нас лекция HTTP и HTTP 2. Там базы по вершкам, потому что на самом деле тема вроде бы простая, да. Кто не знает, что такое HTTP? Да, моя бабушка знает, да, там в браузере набираешь там HTTP, www, тутбай, все, правильно? Но на самом деле это очень важная тема, и она нужна, в принципе, каждому айтишнику, каждому программисту. Надо понимать, что там происходит. Так что давайте начнем. Первый вопрос. Да, кстати, сегодня будет много вопросов у меня к вам, надеюсь, у вас ко мне тоже. За каждый ответ я вот, у меня мандаринки, да, чувствуете, как уже пахнет мандаринками, Новым годом. Вам надо проявить не только смекалку, еще и ловкость, потому что, ну, как-то надо передавать, буду так раскидывать. Поэтому галерка, смотрите аккуратно там, да. Что это за место? Кто-нибудь знает вообще? Так, да, все знают. А на границе каких государств находится коллайдер? Вот там мандаринка, да. Оп, отлично, супер, да. Вроде бы, зачем мне это вам показывать? Да, это, короче, там ЦЕРН находится, ядерное исследование, все такое. И на самом деле, когда-то давно, в 90-х, создатель всемирной сети, блин, ладно, спалил, короче, сэр Тим Бернерс-Ли, да, не просто Тим Бернерс-Ли, а сэр именно Тим Бернерс-Ли, то есть у него есть звание сэра, как капитан Джек Воробей. Было ему скучно, решил создать интернет, которым мы сейчас все пользуемся. Не только создал не знаю, HTML, но еще HTTP и вообще создание URL, ну и в принципе всей сети. Вот. Немножко окунемся в историю. Думаю, что это будет очень интересно. Мне кажется, у половины из вас точно где-то на сетях вот вы уже видели такую вот. Видели? Кто видел? Поднимите руки. Знаешь, говорю, половина, не соврал. Да, модель OSI, как говорю, модель оси, короче. И она была создана очень давно, в 70-х еще или там в конце 60-х, стандаризована в 84-м. И на самом деле вот это вот та основа, которую сэр Тим Бернерс-Ли взял в построение, в принципе, своего протокола. Да, то есть у нас там когда-то инженеры разбили вот на 7 абстрактных уровней, то есть верхний уровень там application, presentation, session, потом transport, network, data link и физический уровень. Вот они разбили, и типа если ты хочешь создать свою сеть, короче, вот за имплементой 7 вот этих вот пунктов, и все у тебя будет хорошо, короче. Если посмотреть еще по истории, протокол TCP/IP как раз-таки очень хорошо мапится на эту модель. Да, мы видим, что у нас есть уровень application, который забирает вот этот 7, 6, 5. И TCP/IP они забирают вот эти еще 4. Транспорт, host-to-host транспорт, network, соответственно, интернет, data link и ну, физических там уровень. Все есть, все мапится. Отлично. И потом уже Бернерс-Ли как раз-таки поверх этой модели очень удачно начал вязать HTTP. И в 92 году появилась первая версия HTTP, которая была 0.9, да, то есть это вот первая драфтовая версия. Потом в 96 году 1.0, потом в 99 году 1.1. Да, и в принципе вот эта версия, которая вышла в 99 году, это та версия, которая, в принципе, вязается многими сайтами еще до сих пор. Но мы с вами еще по этому поговорим. И вот мы уже движемся в сторону новых стандартов. В принципе, презентажку можно уже обновлять, наверное, потому что уже сейчас надо юзать HTTP 2.0. Окей, обратно же, да? Посмотрим. TCP/IP. Повторение мать течения, правильно? Окей. Еще TCP/IP называют протоколом тройного рукопожатия. Кто назовет этих всех троих людей? Так? Кто? Уинстон? Вот Рузвельт, правильно. Черчилль, Рузвельт, Сталин. Я вот Рузвельт-то не услышал у вас. Кому кидать? Держи.
Оп, отлично. Да, протокол тройного рукопожатия. И, в принципе, почему стал так популярен HTTP поверх TCP/IP? Потому что все надежно, да? Когда два человека, это еще вот третий, он так уже засвидетельствует, и уже, короче, когда втроем собирается, то все хорошо, да? Но давайте посмотрим, как это мапится на модель TCP/IP, да? Вот, тройное рукопожатие. То есть у вас есть комп, у вас есть сервер, да? И да, надо как-то их соединить. И правильно, мы же не сразу начинаем слать данные на сервер, короче, нате данные, короче, завалим, он такой принимает. Нет, идет первый там просто минимальный запрос на сервер, типа, короче, чувак, я хочу к тебе там, я не знаю, отправить какие-то данные, ты там вообще живой, короче, вообще что ты поддерживаешь, может, это чайник. Ну, врели, откуда вы знаете, куда вообще попали, правильно? Этот чувак берет, делает какую-то минимальную там операцию, говорит, я там типа понимаю твой протокол, я там, ну, если чайник, то умный, короче, может со мной общаться, окей, отправляет ему ответ, да? Все, уже типа соединение установлено, ребята между собой типа могут общаться, и потом уже все, я тебе могу слать данные, и пошли уже данные. Вот и поэтому из-за этого... Так как в сети когда-то давно, естественно, они были не такими как хорошими, как сейчас, да и сейчас я вам скажу, что не очень все хорошо, да, и поэтому можно было бы взять UDP тот же самый, да, но UDP, видите, он был не очень надежный для серфинга, для интернета, поэтому TCP/IP просто вот заполонил все. И как вы видите, да, вот там еще такие вот 28 миллисекунд, 56 и 84. Соответственно, данные же, да, там биты, электроны гоняются не со скоростью света, они еще какое-то время даже занимают. Есть такое понятие, как latency. То есть это то время, которое занимает от того, как ваш компьютер отправил запрос, до того, как он пришел на сервер. И вот это время, которое первого синка и ответа, да, называется, ну, раунд-трип, когда полностью данные обойдут от клиента к серверу. И смотрите, если рассматривать там сферических коней в вакууме, да, то есть вот идеальную сеть между, допустим, Нью-Йорком и Сан-Франциско, если там лежит оптовое волокно без никаких дополнительных там серверов, то у нас при всем 14 миллисекунд будет занимать путь до сервера. Это просто скорость света, да, потом в оптоволокне 21, да, а раунд-трип получается 42. А если мы будем увеличивать расстояние, соответственно, и вот этот раунд-трип будет увеличиваться. А если мы по экватору, то по экватору у нас вообще 200 миллисекунд. Вот опять же идеальные условия. Поэтому понятие раунд-трипа постоянно будет всплывать при вашей разработке, и его надо, короче, избегать как можно меньше, юзайте себе соединение. Но мы потом посмотрим, как это делается и что вообще происходит. Да, domain DNS, еще такое понятие появилось в 90-х годах. Тоже тут нечего рассказывать, когда какое-то имя хоста, имя сайта мапится на определенный айпишник, и мы, естественно, ходим вот по этому айпишнику, а там хост — это так, как бы для красоты. Вот, в принципе, можно и по айпишнику ломиться. Соответственно, вот этот DNS lookup, еще есть такое понятие, опять же, что мы не мгновенно, да, резолвывается хост в какой-то конкретный айпишник. Если посмотреть, у вас же еще не было Chrome DevTools, там лекции было, кому я буду рассказывать. Открываете, смотрите, видите, можете увидеть там DNS lookup time. Вот они пошли по разным хостам, DNS lookup пошло, вот, и потом ваша страница загружается. Окей. А кто знает про такой вот host config файл у вас в винде? Вот один есть. А? Ну, не только в винде, короче, везде есть. Отлично, почти половина. Это очень юзабельная штука, да, потому что очень часто, не знаю, вы работаете в каких-то приватных сетях, да, там вот Серега в Reuters работает, там вообще
Надо прописывать в этом файле вот такую кучу хостов и мабить их на IP-шники, и только тогда ты можешь достучаться до каких-то серверов, чтобы завести ваше приложение. Вот. Да и вообще, в принципе, можете подшутить над своими там родными, поменять их любимый сайт на какой-нибудь похабный, и будет открываться такой. Так что... Вот, и на самом деле, если к вам кто-то придет, говорит, почини мне комп, у меня я там словил какую-то вирусяку, но я по порно-сайтам не лазил. Chrome на самом деле собирает очень много статистики, там просто вот у него есть, можно Chrome DNS открыть, это там будут, наверное, самые последние DNS-имена, которые у вас там были. Можно и посмотреть, пролистать, и, ну, там, ребят, несерьезно, я вот вижу, что ползали, да, несмотря даже если вы там историю почистите. Вот, так что такие, типа Intrix. Там вообще на второй вкладке, это вот, видите, там хэш DNS, там куча-куча всего, там просто вообще каждый байт можно следить, который в хроме там ходит, либо ходил. Так что очень полезная штука. Анекдот. Кто не соблюдает сейчас пост? Нет, я соблюдаю сейчас GET, да? То есть я надеюсь, после этой лекции анекдот станет еще смешнее. Окей, перейдем сразу к HTTP, к нудной части, как же он расшифровывается, да, никто не знает, наверное, ну, повторим. Да, Hypertext Transfer Protocol, то есть протокол передачи гипертекста, но, конечно же, теперь, да, наверное, даже у меня до сих пор такой немножко в голове, не знаю, сумбур, ну, какого гипертекста, сейчас же по HTTP там реально, блин, передается вообще все, да, поэтому... Наверное, корректное название теперешнего протокола — это Hyper Media там, Transport Protocol, потому что мы, в принципе, передаем любое там медиа, там даже бинарные данные, там, а потом можем по этому протоколу. Но в 91-м там реально передавался только текст, поэтому так вот и осталось. Да? И опять же, в принципе, это вся архитектура HTTP, сообщения. Да, вот у вас есть какие-то HTTP-клиенты, мобилы, Xbox, комп, планшет. Есть HTTP-месседж, да, то есть это просто текстовое сообщение, допустим, да, самое банальное, сформированное по определенному принципу, запакованное, отправленное на сервер. Сервер его распаковал, посмотрел, что там такое, сбегал там в базу, либо отдал вам HTML-документ, опять же запаковал сообщение сюда и все. Да, то есть request, response, request, response. Вот вы должны это просто запомнить как мантра. Есть даже песня такая, научно-технический рэп, короче, есть. Чуваки, которые поют песню про request, response. Я думал вставить сегодня в презентажку, но покачаем, может, на перерыве скачаем и немножко включим. Согласны? Вот. Немножко более развернутое, да, то есть что в принципе входит. Здесь же где-то есть указка лазерная, да? А, вот, да, смотрите. Вот, HTTP, да, наш знаменитый хост. Можем порт указать. И путь, по которому мы ищем чего-то на серваке. Да? Но это как выглядит он в руле браузера. Соответственно, если открыть DevTools и посмотреть Network Tab и запрос, то есть там будет у нас стоять сначала метод, потом часть URL, потом версия HTTP, который был сформирован здесь, и здесь пошли HTTP-хедеры. Соответственно, сервер отвечает вам почти точно так же. Версия HTTP, которую он поддерживает и с которой пришло вам response, статус, обязательно статус, там 200, окей, все тип-топ, и какое-то тело там, HTML-документ, допустим, погнал. Все, в принципе, ничего сложного. Ничего сложного. Немножко уклонимся, опять же, еще в истории, да, помните, 0.9, да? То есть что это было, HTTP 0.9 в далеком 90-м году? У нас просто, мы набирали, допустим, сайт там google.com, порт 80, да, вот он пошел коннектиться по этому IP-шнику. Просто у нас был метод get, какой-то документ, и у нас был только hypertext response, и connection закрывался. Да? То есть вот это вот была первая версия, не было ничего. Просто get и просто какой-то документ. Чисто была такая статика, мы брали документы и
читали их. HTTP 1.0 уже намного продвинулся, так сказать, в этом плане. И туда добавили все необходимое, чтобы получать уже гипермедиа. То есть добавили юзер-агент, да, потому что чтобы сервер понимал, кто это к нему ломится и что ему можно там отдавать. Вообще, в принципе, добавились HTTP-хедеры, да, вот такие вот. И в response, соответственно, тоже добавились статусы, хедеры. Но connection закрывался, смотрите, на plain text response, connection closed. И это было на самом деле очень плохо, потому что каждый раз, когда мы обращались к серверу, сервер что-то отдавал, и HTTP connection закрывался. И это было очень, на самом деле, ресурсоемкая операция, по крайней мере, для сервера. Прикиньте, это же не один, вот здесь на слайде у меня один респонс, а обычно там ломится миллион юзеров, и каждый раз открывать соединение, закрывать соединение, это не было good. И в HTTP 1.1, на что можно обратить внимание, вот connection keep alive, да, получается так. Это значит, что сервер давал указание, что типа, чувак, можешь не закрывать соединение, я его держу, да, и следующий HTTP request в очереди, да, который там следующий пойдет, можно уже было отправлять, не открывать новое HTTP соединение, а прямо поэтому передавать на сервер, и он бы принимал чанки. И вот это изменение, которое было в 1.1, было настолько важным, что его даже бэкпортировали в 1.0. Типа, ребята, мол, все-таки было, короче, до этого. Вот. И здесь еще добавилось, что можно было в одном респонсе, наверное, у меня здесь не показано, там можно было несколько там респонсов отдавать, допустим, там два или три документа, вот так вот разбивать, короче, их и отдавать. Вот, transfer encoding chunked пошло. Окей. Идем дальше. Да, connection keep alive уже рассказал. Так. Блин, что это такое? Это, наверное, демонстрация. Так, давайте вместе разбираться. А? Так, оранжевеньким отличается. Окей, ладно, что еще? Смотрите, здесь мы пошли, да, раунд-трип, запросили HTML-документ, чик, и вернули, да, close connection. Здесь у нас пошел раунд-трип. Так. Наверное, у меня не хватает еще одного слайда. То есть тут было, ну, keep alive connection должно было быть демонстрация. Просто здесь что-то версию, наверное, не сохранил. А. О, точно. Все, теперь разобрался. Вот этот слайд и нашелся. Ура! Мандаринку мне. А, да, здесь мы можем посмотреть, что у нас уже, если раньше открывалось два TCP-соединения, чтобы получить HTML и CSS, с Connection Keep Alive у нас, как мы видим, здесь соединение закрывается только здесь, и в рамках одного TCP-соединения мы получили сразу два документа. Супер, это был очень большой импрувмент. Поэтому если кто-то спросит, в чем разница, вы прямо вот так и говорите. HTML pipelining — это когда вот в одном респонсе можно было вернуть два документа тоже. Окей. Есть еще в браузерах, да, почему вот это вот TCP/IP соединение плохо? Потому что как минимум в каждом браузере есть ограничение на количество этих соединений. Давайте представим ситуацию, у вас вот есть сайт, и там статья, а там, допустим, 12 картинок. И вы хотите, чтобы они там все загрузились параллельно. Но параллельно не загрузится никак, потому что мы видим, что загрузится сначала первых 6, а потом вторых 6. И это самый банальный случай в современных веб-приложениях. По-моему, как-то зашел на сайт Apple, там было 700 запросов к серверу, 700, даже больше, чтобы вот построить. Но вы же знаете, они вроде бы, у них сайт такой минимализм, там хедер, короче,
текст, картинка, белое это самое, и все, там нету ничего вообще, 700 соединений, ребят. Но потом мы поймем, почему они такие дерзкие и смогли себе это позволить. Так, фичи HTTP, в принципе, да, опять же, это могут вас там на собесах спрашивать. Это пул протокол, да, изначально, то есть сервер не может ничего пушить на клиент, то есть это вот клиент делает запрос, сервер дает ответ, то есть мы тянем из бэкэнда нужную нам дату. Он еще stateless, опять же, тоже вроде бы очевидно, но многие про это забывают, что когда я запросил документ у сервера, сервер мне его отдал, я прихожу еще раз, он говорит: о, привет, ты кто, грубо говоря, да, то есть он меня не знает, он ничего не знает обо мне. Я как будто бы, у него память, короче, как у рыбки, да, он такой: о, ты кто, а, тебе надо это, ну, на, все, да, то есть он stateless по умолчанию. Соответственно, он еще scalable, да, потому что из-за структуры вот этой сети, да, у нас идет запрос клиенту, так сказать, вообще по боку, откуда придет там респонс, да, то есть за этим вот самым запросом, да, по доменному имени, это может идти, если вы находитесь в Европе, потом он может адресоваться на европейские сервера, если это идет где-то в Азии, там на азиатские сервера, там еще стоят лот-балансеры, где не один сервер там древний, там, короче, 100 машин таких стоит и распараллеливается нагрузка. Вот. И он очень простой, да, согласитесь, это просто какой-то текст, вам нужно почитать спецификацию, понять его идеологию и все. Да. И почитать, в принципе, что в HTTP там входит. Да, вот, в частности, да, хедеры. Опять же, разговаривать об этом не вижу смысла, потому что в конце будут ссылки на документацию по HTTP. Наверное, это первая штука, когда я пришел на работу лет 9 назад, и которую я почитал, потому что, чтобы понимать, с чем я вообще буду работать. Вот. Ну, я думаю, названия все говорящие. И респонс-хедеры, то же самое. Что можно было бы выделить? Кэш-контрол — это, соответственно, в браузере мы можем кэшировать какие-то документы, да, чтобы лишний раз не бегать. Вот сервер может указать, что, чувак, можешь подержать вот этот документ там часик, а потом, если еще раз он тебе понадобится, я тебе уже отдам новый. Контент энкодинг, соответственно, это архивация наших данных, тоже очень важно. И сейчас вот здесь написано GZIP, да, но сейчас уже есть очень много новых методов архивирования, которые поддерживают как клиент, так и сервер, которые намного больше сжимают наш контент, и там файлик, если был. Ну, у меня потом есть статистика, я покажу. Соответственно, контент тайп, чтобы клиент понимал, что к нему пришло от сервера и смог корректно его обработать. И в какой он кодировке, да. Сколько вот этого контента. То есть сервер может отдать, допустим, он отдает контент, ставит контент length и 10 тысяч, да, а клиент может посчитать. Блин, ты мне сказал, что 10 тысяч, а прислал только 5, и он кинет ошибку, да. Бывает и такое. Connection keep alive, но всем знакомый. График обещанный. Вот смотрите, XML файл банальный, вот он занимает, допустим, 100%, при сжатии минус 85% уходит. Там PHP файл, JSON 82% и Excel файл тоже на 23% можно сжать. Прикиньте, если бы этого не было, то нагрузка на сеть была бы очень большая. Сейчас уже, конечно, этой болезни нету, но раньше, я помню, заходишь на сайт, конечно же, ты лезешь, наверное, в нетворк сразу, смотришь, что там как, и на некоторых сайтах really вот не было вот этого архивирования, такой смотришь, ну, ребята, ну, вообще несерьезные, и даже как-то, даже если там что-то нужно было, я вот сразу как-то уходил и больше не возвращался, я там, ну, правда, думаешь, ну, если у них уже вот такое, да, то жди беды и дальше, да, там закажешь ботинки, они к тебе точно не придут, потому что там явно программисты так себе. Вот. HTTP методы тоже вот
Объясни мою шутку, да? То есть их, в принципе, не очень много, и они не все нужны, реально даже можете там не забивать голову, просто посмотрим. Options — это когда клиент спрашивает у сервера, что он вообще поддерживает, да, допустим, какие методы, и что еще, get. А что такое get? Как просто объяснить, если вас спросят, get — это просто URL, да, то есть вот вы поделились с другом ссылкой на прикольный ролик на YouTube с котиком, да, вот это считайте get-запрос, то есть он его вставит в адрес браузера, это будет get, то есть дай мне какой-то ресурс. Так, head. Блин, мандаринки давно не разыгрывали. Кто скажет, что такое head, зачем он надо? Без контента, правильно, да. То есть вам надо проверить наличие ссылки, битая она или нет. Так, лови. Оп, отлично. Битая она или нет. Вы же не будете запрашивать целый сайт, да? Вам придет целый сайт, о, сайт доступен. Вы просто запросите через head такой-то URL, вам сервер ответит, да, я, короче, живу, у меня контент есть, если надо, я тебе его отдам. Пост. Пост. Главное отличие от get, что у него есть тело сообщения. Да? Все. То есть URL, тело сообщения. Put, опять же, в архитектуре, дальше мы посмотрим разные архитектуры. Это изменение какого-то ресурса на сервере, грубо говоря, вот такое предназначение. Но опять же, допустим, я сейчас работаю уже лет 9 в ПАМе, и, наверное, с путом раза три, короче, я его видел где-то так. То есть не во всех архитектурах, в принципе, он есть, но у кого-то есть, у кого-то нету. Потому что самых два главных метода — это get и post, и через них можно все реализовать. А уже все остальное, да, и delete тот же самый, можно опять же сделать пост, а в посте, в теле сообщения какой-то JSON-чик сделать, что удалит, там нет какой-то ресурса, там будет какая-то штука у вас на бэкэнде, которая поймет меня и что-то удалит. Но тем не менее в архитектуре они есть, потом посмотрим. Там trace, можете потрейсить с какой-то промежуточной информацией между серверами. Connect — это для когда идет переход на секьюрный, на HTTPS, вот там юзается такой вот head, но опять же, really, вам это не надо. Простейший пример поста, да, вот что надо соблюдать или не соблюдать, это пост логина и пароля в теле сообщения. Да, у вас есть два инпута, есть форма по URL, там и ваш сервер, там /логин, и постаете логин, паспорт юзера, он обрабатывает и возвращает вам чего-то там, вы уже смотрите, юзер там угадал пароль или все-таки нет. Опять же, статус-коды, они делятся на 5 больших групп. Первое — это informational, successful, redirection какой-то, да, вот 3xx, клиентские ошибки, да, то есть если клиент не прав, запрашивает какой-то ресурс, которого уже нету, возвращает там 404, и ошибки сервера, да, когда сервер признается, что это я упал, там 500 с чем-то идет. Вот, соответственно, эти ошибки, опять же, фронтендщик должен хорошо уметь обрабатывать. То есть ошибки — это неплохо, ошибки — это нормально, они бывают. Ничего нет стабильного, наверное, в интернете, да, поэтому к ним надо относиться нормально. Но обрабатывать, да, эти ошибки нужно корректно, да, то есть вот есть разница между вот такой 500, это просто, по-моему, стандартная от ИСа идет ошибка, типа страшная такая, либо же вот такой застилизовали, чтобы юзер посмотрел, написал сразу жалобу, поняли проблему, либо же сейчас некоторые делают, когда у них идет профилактика, игры какие-нибудь, либо еще что-то, да, то есть помню, как-то зашел на онлайнер, потом начал играть в какую-то игру и забыл, зачем зашел. Вроде бы я не получил того, что хотел, но я доволен, вообще все хорошо, пошел спать с хорошим настроением. Супер. Да, то же самое 404 можно как-то застилизовать. Ну вот так, интересно. Я вообще на сайте котика там такого прикольного, который выглядывает, сделал. Окей, question time. Вот это, блин, серьезный вопрос, серьезный. Немножко холиварчика сейчас подкину. Да, вот смотрите, есть статус такой один. 301 moved permanently, да, то есть когда мы заходим на какой-то домен, а нам
посмотрим в network, и там будет вот такой респонс, да, типа 301, moved permanently, и новую локацию, да. Мы переводим сайт, допустим, возьмем example.org. Вот. В принципе, зачем нам это нужно? И большинство сайтов это делают. Тот же самый, посмотрите, Facebook, либо ВКонтакте, да, точно из вас где-то этими сетями пользуетесь, да? Вы заходите на ВКонтакте, наберете www.vk.com, да? Что будет? Держи, правда, ну. Но с точки зрения HTTP, да, то есть там у вас www, да, которое вы набрали, оно уйдет и будет vk.com в адресной строке. Если вы зайдете на Facebook и наберете facebook.com без www, он, короче, вам такой статус пошлет и напишет www.facebook.com, короче, Facebook не катит, типа. То есть вот видите, вроде бы два похожих сайта, похожая философия, но зачем это сделано, вообще непонятно. И что бы вы выбрали, допустим? Так, а почему? Модно, молодежно. Ну да, а допустим, ну некоторые люди смущаются, когда нет www. Допустим, моя мама без www, наверное, на сайт не зашла. Там же реклама была, www, там что-то, тут бай, короче. Но оно не исчезло, оно есть. Как 50, ну, сейчас 50 на 50, ну, в принципе, сайты где-то так. Ну, удобство. Ну, а почему удобство? Ну, на самом деле, почему удобство? Ну. Да, я понятно, понятно. Ну, я согласен, да, но здесь же немножко смысл в другом. Просто ваш, ну, если ты зайдешь без www, сайт тебе сам перенаправит, ты по-любому попадешь на тутбай, если у администратора руки не кривые. Это, кстати, тоже, если я захожу на сайт, а там, там он, ну, реально ложится, если там нету www, либо наоборот, оно есть, а нету сайта без www, да, то я тоже как-то отношусь, ну, вот так. Была как-то конференция во Франции, реально, .js, короче, да, заходишь, а там у них один домен не работал, думаю, блин, ну, ребята. Ладно, .css еще, ну, то есть там все. Ну, это же... Там реально я набирал www, .js, короче, у них там все по нулям. Я такой, блин. То есть вот, допустим, они настроили, да? Вот это все. Давайте, ладно, что у нас там еще? Так. Так, окей. Про это мы поговорили. Давайте начнем с того, что, в принципе, да, с точки зрения интернет, да и вообще, да, вот что такое www, это домен третьего уровня, еще один домен получается. И фактически, да, вот это вот facebook.com, www.facebook.com, ну это в принципе два разных сайта. Согласны? Ну да, да. А теперь, ну вот подумаем, зачем же все-таки сводить все к одному знаменателю. Супер, супер. Это удобно получить мандаринку. Так, держи. Да, это SEO-оптимизация, потому что на самом деле, когда там краулер будет бегать по этим сайтам, они не будут разбираться, это там Facebook или это Facebook. Они смотрят, там один домен, короче, индексируют его по одному, это по второму, и потом у них будет PageRating там на два делиться, грубо говоря. Вот. А здесь, если мы будем мувать туда либо туда, то он будет считать, что это, ну, он мунулся, все, я, короче, считаю по одному. Так что здесь холивары, они, в принципе, да вообще, наверное, неуместны, потому что вот как вам нравится, да, вот будете девелопить. Главное, единообразно, хоть безобразно, да, то есть с www делайте все с www. Без www поставьте без www, все. То есть поэтому, не знаю, может быть, Facebook, он такой, ну там более, наверное, как в Одноклассниках более уже взрослые люди сидят, такие вот, как я уже немножко.
Постаревшие, да. А ВКонтакте это такой молодежный хипстер-сайт, и там уже все, ребята, ВВВ для старперов, короче. Вот, поэтому как-то так. Что еще вам рассказать? Про куки рассказать, конечно же. Потому что я вот упоминал, что HTTP это stateless протокол, да, но нам как-то надо организовать все-таки там, чтобы сервер понимал, что это за пользователь. И часто для этого юзает куку, особенно вот сессионная кука. Что такое сессионная кука? Это файлы куки, которые хранятся только на время вашей сессии. То есть вы закрыли браузер, открыли снова, и сервер включает окуня, типа я уже тебя не знаю, ваши креденшалы заэкспайрились и все такое. Вот. Есть куки персистентные. Опять же, если вы поставили галочку «Запомнить меня на этом компьютере», на какой-то период времени браузер может запомнить вас, и вы уже будете открывать браузер со своим логином, паролем, либо еще с другими настройками, которые у вас там есть. И есть секьюрные куки. Это те куки, которые доступны только под протоколом HTTPS. Да? То есть, если вы зашли по HTTP на сайт, и он все-таки доступен, то там вот этих кук, которые были засетаны на HTTPS, не будет. Опять же, это сделано для того, чтобы ваши вот эти куки передавались только в рамках HTTPS, потому что протокол текстовый. Если будете по HTTP передавать какие-то данные, и кто-то перехватит, их спокойно можно заснифить и юзать потом в свое удовольствие, а в ваше неудовольствие. Опять же, вам уже рассказывали про Chrome DevTools. Открываете, смотрите, здесь ничего не видно, поэтому я вам расскажу, что здесь есть. Что у нас тут? У нас есть какие-то куча-куча value, куча-куча имен, куча value, домен, на который он распространяется, да, потому что даже в рамках там одного сайта может быть домен, и поддомен, и вы можете поставить, что эта кука доступна там, допустим, на каком-то поддомене, там на одном, либо еще что-то. Вот этот путь, когда они экспарятся, да, вот есть здесь они экспарятся, сессионные, а вот это экспарится там через какое-то время. Размер там, и вот здесь еще вкладочка Secure. Вот одна кука у нас секьюрная какая-то. Скорее всего, она отвечает за что? Что тут? Наверное, за аутентификацию, скорее всего. А, вот. Опять же, немножко вопросов еще. Есть несколько способов засетать эти куки. Есть документ куки. Через него можно добавить куку. Можно прямо в респонде, да, то есть сервер может засетать хедер специальный, set cookie, name, value, все остальное. Можно через плагины те же самые, там Firefox Cookies Manager раньше юзал, сейчас уже, наверное, я и Firefox не юзаю. Там в Chrome, наверное, можно засетать. Не важно, плагины можете скачать, засетать. Можно ручками. Если вы, ну, я знаю, где там лежат они у Microsoft. Дай бог мне память, но я не помню, но мне реально надо было вот как-то в Explorer что-то пофиксать очень давно, подложить туда куку. Я вот лез туда и редактировал файл, находящийся там, и у меня все было хорошо. Четыре способа, да? Есть пятый. Давайте подумаем. Тоже вот вроде бы уже все покрыли, четыре способа, просто даже ручками. Какой пятый способ есть засетать куки? В браузере, как в браузере? Ну, открыть, ну это DevTools, это считай плагин тот же самый, правильно? Тула там, DevTools, либо еще что-то. Маленькая подсказочка, ну что у нас есть? У нас есть HTML, CSS и JS. Да? То есть JS у нас уже есть. CSS. Надо Саша Герасимов спросить. Может, уже есть такая возможность, но я не знаю, вряд ли. Остается? Так, а там как? А? О, правильно, метатаги есть такая штука, да. То есть
Абсолютно верно, это мандаринка. Не забываем, что HTML, он, оп, HTML он не такой, да, там тупой. Есть метатеги, в которых можно. Так, все рассказал. Можно прописать метатег с директивой setCookie и его там контент немножко не влез, там тоже название, там значение, когда оно экспарится, все такое. Вот, так что нормально. Ладно, анализировать там ВКонтакте уже не будем. Может быть, потом, если останется время. А, опять же, веб-серверы, да? Кто узнает какие-нибудь логотипы вот здесь? Работал. Ну хорошо, 30% узнают, это радует. Если вот остальные, да, это в мое домашнее задание. Вот надо, короче, узнать какой-нибудь, посмотреть на логотип, выбрать и поиграться с HTTP-сервером, попробовать его поднять, получить документ через свой HTTP-сервер. Там настраивается не очень быстро. Я там работаю, в принципе, с AIS-ом, наверное, с нодом, с Apache работал. Там как-то надо было настроить чуваку на Apple, там что-то у него не получалось. Я ему просто скачал Nginx, вообще за 5 минут, не зная ничего, в этом сервере разобрался, зная принципы, поднял, и все было нормально. Вот, поэтому знать HTTP-сервер, поднимать и работать с ними, это очень важно, потому что я не знаю, когда у пару разработчиков я спросил, они не смогли, причем они уже были медлами, ну, я не знаю, как-то сразу доверие пропадает к такому человеку. Когда он говорит, а зачем мне поднимать HTTP-сервер, я же там, о, ЧС, там, о, колбаша ты нормально, ну, чувак, ну, правда, согласитесь, то есть... Тут это надо знать, да, тем более сейчас мода идет на фуллстэк разработчиков. Я думаю, что из вас кто-то либо уже писал фуллстэк приложение, как минимум, потом в универе в качестве лап, мне кажется, уже все писали. Но вы, может быть, не понимали, что вы делаете еще. Вот. Опять же, та же самая сессия, да, почему я делаю упор, это... Все могут спрашивать у вас на собесах, да, и вы вот должны там вот примерно так и говорить, что stateless протокол, надо организовать сессию, надо вот запостить креденшалы, где-то в базу положить тоже эту штуку, отдать в куку session ID, и потом уже с этим session ID ходить в базу, юзер будет аутентифицирован. Вот. Блин, вопрос, сколько вопросов? А ладно, это не вопрос, на самом деле. Это был очень такой большой вопрос, но опять же, представим, да, у вас вот есть юзер, это вы такие сидите дома в тапочках, и банк у вас есть. Думаю, большинство даже, ну, степуха там и все такое, вот вы хотите там что-то снять, перевести, заплатить, и вводите вот get HTTP 1.1, там свои креденшалы, то есть представьте пароли, банковскую карточку, свою еще что-то. А здесь, да, может сидеть вот такой хакер, соответственно, протокол текстовый, его заснифить вообще там не стоит там ничего. По-моему, у нас даже был прецедент, когда я в общаге еще жил, чувак какой-то снифил сеть и что-то он там выуживал, вот, но его быстренько это самое вытурили из общаги за это дело. Да. Ну, пили, потому что раньше как-то... Ну, никто не пушил, да, там много сайтов было по HTTP, там снифить было вообще. Тем более он вроде администратором еще и работал. Вот, соответственно, сейчас, опять же, уже немножко банки начали заботиться о нашей безопасности. Я даже не смогу ничего, никакую транзакцию подозрительную привести без смс, да, мне всегда приходит смс с кодом, введи код, и тогда только мы чего-то там сделаем. Поэтому сейчас уже введено еще один уровень безопасности, да, когда не только ты и сайт, а еще что-то сверху там, да, то есть у особо замороченных контор есть такие штуки, как RSA-токены. Серега, есть у тебя RSA-токен? Ну, раньше были вот в компании, где он работает, это там был специальный VPN, чтобы залогиниться в сеть, и у меня был такой девайс, и там код новый генерился каждые 15 секунд. Да.
Ну, вот амазоновский, да, и там, чтобы залогиниться, оно там все обновлялось и все секьюрно, да, то есть не просто логин и пароли. А здесь в качестве, чтобы защитить наше HTTP-соединение, и теперь уже многие компании там пытаются пушить все это, мы юзаем... так, что мы юзаем? Юзаем TLS, на Transport Layer Security. Layer, который отлично вписывается в нашу OSI-модель, правильно? То есть вот у нас как раз-таки вот уровень application нашего, и вот внизу уровень нашего TLS, да, то есть мы там сформировали HTTP-запрос, его там что-то забаковали, и потом уже переходим на следующий уровень. Оно там заинкриптилось, передалось, заинкриптилось ключом, который находится у вас уже в системе, то есть в каждую систему, которую поддерживает у вас в винде, там есть сертификаты, которые предефайнены, и передается уже там банку, либо еще кому-то там декриптится и обратно. Вот. И, ну, вы, наверное, видели сейчас Google, по-моему, он, когда ты заходишь или нет, или на. Но он пишет, когда ты по HTTP заходишь, что там сайт по HTTP, что-то он уже делает какой-то акцент на. Делает на. Ну, раньше заходишь и заходишь. Сейчас, типа, чувак, ты зашел на сайт по HTTP, и если вдруг что, то ты сам там виноват. Вот. Ну, здесь должен был быть отдых, но отдых мы сделаем, наверное, чуть позже, да, потому что поговорим еще не про отдых, да, REST, а еще REST есть такая архитектура веб-сервисов, в принципе, да, потому что транспорт HTTP, ну, он такой, понятно, request-response, но надо же как-то с сервером еще общаться, еще добавляется какой-то уровень абстракции. То есть у вас там есть какие-то данные, и представьте, вам дали лабораторную работу написать сервер-клиент вот каждому одинаковую. И представьте, сколько вообще было бы вариантов написания общения клиента и сервера. Кто-то бы данные брал так, а сервер бы отдавал так, все бы у вас работало замечательно, но просто люди, которые проверяли бы вашу работу, они бы забарились вообще въезжать в ваш вот этот протокол, созданный только что из головы, правильно? То есть надо еще как-то, и еще это дело, в принципе, не только транспортный уровень, а еще как-то общение унифицировать, правильно, чтобы... Вот и раньше самым таким первым такой хорошей архитектурой, ну как хорошей, первой, ну тогда на тот момент хорошей, были XML и RPC. RPC это значит Remote Procedure Call. Вот, так. Потом в 99 году у нас еще появился SOAP, типа как мыло, да, Simple Object Access Protocol. Здесь они соврали, на самом деле он вообще не simple, вообще не simple. Я вам потом покажу, я с ним работал, это просто застрелиться. И сейчас тоже как-то чувак в Твиттере задал вопрос, ребята, есть какие-нибудь JavaScript там тулы, которые нормально работают с SOAP-сервисами? Вот, там половина ответа была, чувак, ты наркоман или что? Вот. И в 2000-м, да, появилась такая архитектура, как REST, Representational State Transfer, которая юзается, наверное, сейчас уже, блин, ну, в 99% случаях. Рассмотрим. Блин, ну как? Что-то рассмотрим. Рассмотрим request, да? Что у нас есть? Ну, что такое XML-файлы, надеюсь, все знают. Вот у нас есть типа вызвать такой-то метод, метод name, examples get state name. Это типа у нас на бэкэнде, да, тоже есть имплементация, допустим, написанная там на Java, либо на C-Sharp, какая-то такой endpoint, да, то есть вот у нас адрес вот этого сервера, он один всегда будет, и мы типа вызови нам такой-то метод, вот с такими-то values, да, потом это переходит все на backend, он вызывает конкретно эту процедуру, которую там заимплеменчила, с такими-то параметрами и возвращает там скатерть респонза еще. Вот. Соответственно, SOAP-сервисы — это здесь тот же самый XML, только добавляются еще и namespace, да, представьте. То есть вот у нас есть namespace swap, и здесь вот именно сам протокол без namespace, но я видел там, короче, еще добавляется куча-куча. То есть это вообще не человека читабельно,
И в принципе, они, наверное, уже на фронтенде их, я вообще не знаю, как их применить, потому что, смотрите, там у нас есть вот backend, endpoint вот этот один, а как я пойму, что он вообще поддерживает? Была специальная тула в C-Sharp, там Wisdl называлась, то есть ты там мог сгенерировать классы, он делал запрос на этот сервер, он ему что-то там выдавал, и он генерил такую вот простыню классов и вообще методов и объектов, которые там есть, и ты уже потом просто через эти классы общался вот с этим сервером, получалось, и там большие-большие такие XML-ины гонялись и все такое. То есть как это JavaScript, блин, вообще не знаю. Вот. Ну и согласитесь, довольно-таки, вот нам надо передать продукт ID, да, и получить что-то по продукту. Один ID-шник, 5 символов. А смотрите, сколько вообще мороки надо, да? Блин, ребята, что, серьезно? И поэтому в 2000 году посмотрели, что как-то вот эти методы не очень катят, они подумали, да, то есть можно же в принципе юзать саму семантику HTTP как метод общения клиента с сервером, да, если у нас раньше был один endpoint и куча там XML и всего такого, то сейчас сам HTTP запрос уже представляет собой некие ресурсные серверы. Опять же, посмотрим, нам надо взять по ID-шнику штат, мы просто делаем get, уже наш хост states ID-шник 40. Все, это уже и HTTP является и транспортом, и методом общения с сервером. То есть он очень читаемый, мы понятно, что надо получить штат с 40-м ID-шником, и мы вот возвращаем в респонзе. Они еще REST-сервисы были XML-based, да, вот такие вот, тоже не очень, да, потому что XML надо было еще парсить, выдирать что-то там. А, наверное, не вставил еще в слайд. А есть, соответственно, REST-архитектура с JSON. Ну, представьте, что если у вас вместо этого был бы JSON, он переходит в браузер, замечательно парсится, и у вас уже получается готовый объект, с которым можно уже работать. Вообще отлично. Да, не обманул. HTTP-based, если посмотреть. С базами данных тоже, я думаю, вы работали. Крут, все знают, любят и помнят. Тот же самый get, put, post, delete, тот же самый крут. Да? То есть можно сделать такой вот маппинг. Но опять же, в некоторых REST-архитектурах юзается только get и post, потому что тоже можно все сделать с ними. Клиент сервер, ну понятно, потому что это HTTP. Stateless тоже понятно, потому что он на основе HTTP. Но как сделать сессию, вы уже знаете. Он замечательно кэшируется, да, потому что еще немножко потом посмотрим, но понятно, что вот у вас идет GET-запрос. Сервер вам вернул, что чувак этот, не знаю, эти данные будут валидны еще какое-то время. И в следующий раз, когда вам понадобится, мы не будем бегать на сервер, возьмем из кэша. И замечательно. Точно так же север, еще и северный кэш может сделать и хранить эти все GET-запросы у себя в кэше, и будет вообще все у вас летать. Тут типа сравнение, я думаю, что я вам уже доказал, и не надо сравнивать их вот так еще более детально. REST и SOAP сервисы, XML и JSON сервисы. Просто запомните, что REST и JSON — это просто вот то, с чем вы будете работать, с чем надо работать. Вот. И немножко еще терминологии. Если вас спросят, что такое идемпотентные методы. Что такое идемпотентные методы? Да? Вы такие, блин, слово-то какое прикольное. Там. Вот, да, ты должен тут не ошибиться. Это я долго тренировал. Это методы, да, тот же самый get-запрос, он idempotentен, потому что он возвращает вам всегда, должен возвращать в этой архитектуре один и тот же response. Да? То есть я беру, допустим, ID-шник, get, штат и ID-шники, да? И, допустим, в этой архитектуре REST я логинюсь туда, получаю response, и кто-нибудь из вас логинится туда, и он должен получить такой же response. Если он получает какой-то другой, да, там что-то, то это уже как-то будет не очень, правда? Под каждого юзера вот так вот что-то персонализировать
Поэтому, ну, представьте, миллион юзеров, все вот это вот сохранили, идемпотентность, GET-запрос, да, там, может быть, даже не надо на аутентификацию проверять. А, это же, блин, всем доступно, нате, короче, это самое, и кэш хорошо работает. Вот. Поэтому из-за этой идемпотентности как раз-таки и кэширование происходит вот этих GET-запросов, что они, респонзы не меняются, вот. Если меняется сервер, там меняет хедера, и, короче, говорит, чувак, этот невалиден, на тебе другой. И есть еще save методы в этой архитектуре, это просто те методы, которые не меняют ресурс. Да? То есть, опять же, то же самое get, это save метод, мы там просто берем и ничего не меняем. Там некоторые из, там head метод тоже он save, потому что он просто берет какую-то информацию. А там есть уже put, либо delete, это уже, короче, его нельзя назвать save, потому что вы можете нечаянно что-то там на сервере поменяется состояние и может что-то произойти. Так, опять же, это очень большая тема. Я думаю, что кто-то из вас уже пользовался тулами типа Fiddler, Wireshark, Netcat. Есть люди. Думаю, что кто не пользовался, обязательно столкнется. Что это такое? У вас есть сайт, да, и у вас там что-то не работает, да, то есть мне пишет там какой-то чувак или еще кто-то, или тестер. Я говорю, ну, сразу скидывай мне сессию, потому что, в принципе, я вот по своему приложению знаю полностью там стек того, что должно быть в запросах. Я смотрю, оборвался где-то на третьем запросе. Ага, значит, до этого не дошло. Я уже могу даже полезть в код и в это место и смотреть, почему же этот запрос не пошел, хотя он должен был быть. Либо же этот запрос пошел с какими-то неправильными данными, либо же он пошел вернулся респонс с какими-то неправильными данными. Либо же с помощью фидлера, да, можно делать самому HTTP запросы. То есть это очень полезно, когда у вас есть какой-то бэкэнд. Бывают такие случаи, что есть неописанные возможности, да, ты вот предполагаешь, что там вроде бы в официальной документации уже нету, но вроде те чуваки уже должны были зарелизить. И ты пишешь сам HTTP запрос, метод, там get или post, можешь и тело сообщения, и свою сессию туда провайднуть, выдрал, короче, из сайта свою куку, которая отвечает за сессию, туда засунул, сделал, запулил на сервер запрос, о, ответил, смотришь респонс, очень полезная штука. Либо же есть такая штука, как автореспондер, это что значит? Фидлер капчует ваши все запросы, которые идут теперь от браузера, и вы можете любой запрос переписать на свой ответ. То есть вам нужно протестить кейс, когда у вас на сайте какой-то ресурс недоступен, у него, допустим, 404 ошибка. Да? То есть что вы для этого будете делать? Писать бэкэнду, типа, чувак, удали там этот ресурс, верни мне 404, надо проверить по-братски. Да? Нет, конечно, вы идете в фидлер, там уже этот ресурс добавляете в автореспонс, ему накидываете 404 ошибку, запускаете сайт, и все замечательно. И опять же логи везде, там, если где-то что-то на бэкэнде не работает, вы так раз приоттачили логи фидлера, заслали, послали мяч на их сторону, пусть они там все разбираются, а я пойду пить кофе, общаться за новые модные тренды, фронтенд, фреймворки, тулы. Вот. Поэтому, да, время надо экономить. Wireshark — это более низкоуровневая тема. Если Fiddler — это больше с HTTP, HTTPS, Wireshark, он капчует вообще все, каждый чих. И UDP запросы, и там просто нереальные. Вот. И запросы от, опять же, у вас есть браузер, да, но если у вас будет, опять же, JS и фронтенд, он не ограничен чисто браузером. Много тулов, опять же, Серега, ты еще работаешь на Айконе, либо нет? А можно говорить это слово здесь? Окей. Опять же, у нас есть большое приложение, оно десктопное, в которое встроены вьюхи. Соответственно, Fiddler, мне кажется, не возьмет от него request и response. И там я использовал уже Wireshark, который капчивает все уже на уровне вашей сетевой карты. Вот, и там тоже можно выщемить все, что вам надо. Заменить там нельзя, наверное, но хотя бы посмотреть, что он отправляет, иногда полезно. Netcat — это штука точно такая, как Fiddler Wireshark, по-моему, только для Apple. Есть еще, ну, очень много. Charlys еще есть.
команды пинговали, а, как-то была шутка, да? Не знаю, сейчас она есть. Раньше был сайт Яру, короче. Там ничего не было, был только вот такой input, да, и все. И мы его часто юзали, чтобы пинговать, есть вообще интернет у нас или нет. Вот. Я только для этого заходил на этот сайт. Пинг Яндекс, короче. Если Яндекс не работает, все, короче, можно курить. Опять же, можно было, так как мы уже пинговали его постоянно, trace rt, trace root, значит, можно посмотреть полностью путь, где он обрывается, да, то есть по узлам. Если там где-то набил пак там чего-то, это где-то бил телеком, тогда уже все, можно домой идти спать точно. ipconfig — это тоже очень полезная команда, там обычно она, я делаю all, и там мне вся скатерть моих нагрегированных там сетей, могу посмотреть текущий айпишник, кому-то скинуть, и этот чувак может по моему айпишнику с работы зайти и посмотреть мой локально захощенный solution. Вот. Либо же айпишники ваших Wi-Fi соединений, там всяких виртуальных боксов, всего остального. И netstat просто для любопытных. Материалы, как и обещал, какие-то базисы по HTTP, по вот HTTP Pocket Reference, та самая книжка, которую я читал, первая моя, да, в 3 года. И TCP/IP тоже там на материал какой-то можете почитать на досуге. На первом части это все. Давайте сделаем небольшой перерыв.